Неужели мы нашли вход в легендарный бункер? Я никак не мог в это поверить. Но сколько человек отдали свои жизни, чтобы мы получили доступ к последним ракетам? Стоило ли это их жизней? Противогазы, быстро! Артём, возьми мой запасной фильтр. Эй, поаккуратней там. 20 лет без техобслуживания не всякая советская военная техника вынесет. Под ноги смотрите. Тебя тоже касается, Артём. Что-то все слишком просто. Центр управления должен быть где-то тут. Осталось его найти. Ульман, Владимир, будьте начеку. Никогда не знаешь, чего ждать. Артём со мной. Есть! Есть, товарищ командир. Знаешь, так я примерно все себе и представлял. Со времен моей службы в армии ничего не изменилось. А этот комплекс будет постарше меня. Так. Тут наверху должны быть воздушные фильтры. На экстренные случаи. Раньше все строили на века. Думаю, система все еще работает. Эй, Мельник, что случилось? Да ничего хорошего. Перехвалил технику. Теперь придется запускать систему вручную. Там где-то есть запасная пусковая система. Поднимись-ка на тот мостик. Потом объясню, что делать дальше. Артём! Там должны быть 4 стартера!
Чтобы завести этот хренов агрегат, сначала надо открыть все кожухи! Отодвинь крышки! Жми на кнопку по сигналу! Вторая! Первая кнопка. Четвертая. Еще немного. Слушай мою команду! Все на платформу! Пытаемся запустить систему! Ну ты скоростной! Иди в большой спорт! Давай, пуск! Ничего не выходит! Давай же, еще раз! Ай, безнадега! Проклятие! О, прямо как в старом добром кино! Эй, полковник, что случилось? Все в норме. Артем, уходим. Хватит играть с аппаратурой. Давай. Ульман, налево. Профессор, направо. Артём, прикрываешь меня. Если все карты составлены верно... Нам туда. Но как нам ворота открыть? Есть идеи? Артём! Отлично, парень. Теперь тихо. Пошли. Сюда. Отлично. Ульман, держи дверь. Владимир, это твоя тема. Что тебе нужно?
Дай-ка соображу. Инструкция А-124, третья страница. Панель ДС-22. Ах да, вот же она. Товарищ полковник, что там на экране? Великолепно. Нет, не зря. Вот, вот он. Один есть. Сейчас я выцарапаю из него всю информацию. Отлично. Какого дьявола? Что произошло? Твою мать! Резервная батарея села. А что с основным питанием? Ну, кажется, реактор выключен. И отсюда нам его не запустить. Придется спуститься на самое дно и стартануть его вручную. Судя по схемам, ничего сложного. Там все на автомате. Пойдет как по маслу. Если другого выбора нет, давай так. Спасибо, Володя. Будь здесь. Следи за приборами. Мы быстро. Артем, Ульман, за мной. Стреляй по второму. Проклятье. Знал ведь, что так легко ничего не пройдет. Ульман, вернись к Володьке, прикрой его. Если что случится, я отправлю Артема. Ну, удачи всем. Дьявол! Лифт-то здесь. Да дверь заперта. Придется идти в обход. Вперед, но аккуратно. И прикрываем друг друга. Надеюсь, он еще работает. Раз, раз. Народы метро, мы ждали вашего появления. Мы те, кого вы зовете невидимыми наблюдателями. Вы приступили запретную черту. И теперь познаете наш гнев Ульман, хорош дурачиться. Товарищ полковник, я починил громкую связь. Отсюда, оказывается, можно лифтом управлять. Включаю, поехали. Невидимые наблюдатели. Да как можно в них верить после того, как этот шут так загадил поляну? Удачи вам!